используем крафт. Представлен четырьмя собаками, минимальное количество собак, но со сложной комбинацией. Три отца и две матери. Более того, три собаки являются лидерами рингов. Одна собака является, одна из них уже является лидером выставки в рабочем классе. И одна собака лучшим и матерью двоих участников. И одна собака является лучшим подростком. Группа однотипных собак имеющих размеры, длины, ширины и высоты. Половой диморфизм выражен. Копее, массивнее, мужественнее, чем ты. Рисунки одновременно с тем не имеют каких-то там легких голов, они все очень убедительные, красивые, головы имеют, но женственные одновременно с тем, что они убедительные. Половой диморфизм выражен. Группа очень однотипная. Так как у собак очень поразительные головы с хорошо прокрашенными масками, темными глазами, с размерными ушами. Все собаки имеют хорошую длинную структуру, шерсть ярко окрашена. Все собаки имеют хорошую связку, демонстрируют хорошие балансированные движения. На всех собаках видят большую длину наклон плеча. У всех собак учитывая высокую отправленность собак на данный выпуск, можно сделать вывод об успешности деятельности питомника. Следующий питомник – Пенделен. Представлен пятью собаками, две из которых длинношерстные. Учитывая, что нет специального разграничения на группу из волосатых собак и из стандартных собак, мы получаем в одном понятии, бывает длинношерстных щенков, если со стандартными, а с стандартных родителей. В этой группе и те, и другие присутствуют. И оцениваются все вместе. В данной группе есть два ринга, два лидера ринга. Кобель молодой, первый очень хорошо UCC. И сука длинношерстная подросток, первая очень перспективная, лучший подросток. Да, есть собака Юка Чика, первая очень хорошо сука длинношерстная, то есть три лидера ринга. И два призера, ринга, второе место и третье место. Значит, в группе сложность чуть ниже, два разных отца и две матери. Значит, группа собак чуть выше среднего роста, правильного формата, крепкого сухого типа конституции. Половой диморфизм выражен у собак, о какой-то исключительности выраженности полового диморфизма не можем говорить. Кобель тут только, кобеля два, они молодые и они еще формируются, то есть каких-то там излишних массивных голов у них нет, будем считать, что половой диморфизм выражен. Все собаки имеют выразительные соразмерные головы с хорошо прокрашенными масками и немного светловатыми глазами. Это касается и длинношерстных, и стандартных, и всех видов. В описании я отмечено, что цвет глаз либо немного светловатый, либо должен быть более темный, либо хотелось бы видеть более темные глаза. Наверное, это надо будет учесть на будущее. Всех собак прочные, светлые, достаточно видные, свободные, хорошо сбалансированные движения. Собаки дают положительных и высоких результатов своих рингов, результаты деятельности питомника можно оценить как положительно. Ну, учитывая, что... Да, аплодисменты. Учитывая, что овчарки всегда трудная порода, добиться большого количества призеров, то есть здесь три собаки лидеры, большое количество лидеров и призеров, это тоже большой труд, дополнительно не только родить надо, с ними надо заниматься. Но, как я сказал уже, хочется видеть более темные глаза, надо учитывать. В отношении плеч, сказал, тоже нужно учитывать. И результаты позитивные, об этом говорят отцы. Результаты выставки, я всех собак знаю на ощупь. Я хочу сказать, что места второе место, что-то